Центр управления регионами в Орловской области начнет свою работу в декабре этого года. Он станет еще одной эффективной площадкой для взаимодействия граждан с различными органами власти. Основное преимущество центра заключается в сокращении периода рассмотрения обращений граждан до нескольких дней. Об этом в интервью главным новостям рассказала его руководитель Анастасия Пилипенко. Каждый гражданин обычно, когда обращается, понимает, что его обращение будет где-то 30 дней блуждать по кабинетам. Поэтому наша работа направлена на то, чтобы оптимизировать процессы и некоторые вопросы рассматривать в течение нескольких дней. Потому что понятно, что есть такие вопросы, которые можно вообще решить за часы.